В Дагестане доставщицу пенсии заподозрили в хищении более чем миллиона рублей. Следствие полагает, что с апреля 2016 года по июль 2020 инспектор по доставке пенсии скрыла факт смерти пенсионера, нанесла ложные сведения в реестры поручения о доставке пенсии, подделала подписи в поручениях на доставку пенсии и присвоила более 1 миллиона рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснились все подробности произошедшего. Также будут приняты меры, чтобы подозреваемая возместила ущерб, причиненный Пенсионному фонду России.